Друзья, всем привет, я рад всех приветствовать на своем канале Перекупщик. Решил снять вот такое интересное видео. Значит, позавчера был я в Харьковской области. Поступил очередной звонок по поводу продажи старых вещей. И вот эту икону 19 века я выменял на бутылку водки. Итого она мне вышла 200 гривен. Божья Матерь, доска масла. Сейчас вам покажу обратную сторону. Вот такая иконка. Вот такие вот вещи, друзья, размениваются в селах, чтобы просто выпить и закусить. Смотрите мои видео, будет очень много интересных видео о редких вещах. Да и просто о разных покупках. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, приобретайте мои лоты. И до новых встреч. Данная икона продается 700 гривен.